Всем привет, друзья! Ну что, мы с вами продолжаем изучать новинки нашего магазина Fix Price. Давайте посмотрим, что новенького и интересного появилось. Тканевые маски для лица за 77 рублей пополнились и вот такими желтенькими масками. Это маска с сбежным очищением пор. Также новые варианты оформления масок для глаз. Это тепловые маски, стоят они также 77 рублей. Я купила маску с кошечкой, и скоро мы с вами ее проверим. Но еще появились они вот с такими милыми глазками панды. Большой ассортимент щеток для укладки волос. Щетки стоят 99 рублей. Есть щетки-брашинги круглой формы, при помощи которых можно создавать как круглые локоны, а также выпрямлять волосы. А также есть и обычные щетки-массажки. Представлены они в двух вариантах. Есть более редкие и также частые. Каждый зубчик покрыт маленькой накладкой в виде силиконовой пупырышки. И также написано на упаковке, что щетки обладают антистатическим эффектом. Большой завоз мягких тапочек за 99 рублей, но все вы их прекрасно знаете. Есть еще в продаже, помимо розовых, и серые с розовым леопардом, так скажем. Тапочки мягкие, но, к сожалению, быстро протираются. Я за все время покупала уже две таких пары, и ведут они себя одинаково, следы протираются очень быстро. Привезли очень много разных навесных замков. В комплекте сам замок и ключики. Маленькие замки стоят по 55 рублей, побольше стоят 99 рублей. Можно использовать для закрывания почтовых ящиков, шкафчиков в раздевалке. Ну а также есть даже замочки с изображением сердечка, и можно их использовать для того, чтобы вешать на деревья верности. Спиртовой термометр за 77 рублей с удобной большой шкалой и большими цифрами. Очень подойдет именно для тех, у кого проблемы со зрением. Крепить к окну можно при помощи маленьких гвоздиков, а также на двусторонний скотч, который идет в комплекте. И, в принципе, несколько термометров я посмотрела, показывают одинаковую температуру, которая схожа с температурой помещения магазина. Магнитный держатель для хранения инструментов, а также кухонных ножей снова появился в продаже. Многие про него спрашивали. Стоит 99 рублей. Длина 33 сантиметра. И это та вещь, которую смело можно покупать. Прекрасно в быту. Поможет организовать хранение инструментов, столовых приборов. И проверено, что да, действительно магниты на нем хорошие. Пластиковые мерные стаканы за 55 рублей, изготовлены из полупрозрачного пластика и украшены разноцветными шкалами. Причем есть разные шкалы, как для сахара, для муки, а также для измерения жидкости. Очень хорошие и всегда пригодятся в быту. Дорожные аптечки ФС за 199 рублей, изготовлены они из пластика, выполнены в принципе стандартно, красного цвета. Наполнение тоже стандартное, несколько размеров бинтов, жгуты, ножницы и лейкопластырь, также перчатки есть. Я дополнительно такие аптечки еще укомплектовываю теми медикаментами, которые могут понадобиться именно мне. Белые пиалушки из опалового стекла объемом 430 мл, производитель Китай, имеют красивую форму с рельефным рисунком снаружи и стоят они 55 рублей. Набор для выращивания рассады за 99 рублей включает в себя пластиковые стаканчики, которые изготовлены из плотного пластика, и их можно использовать многоразово. Плюс этих стаканчиков в том, что у них имеется съемное дно, которое представляет из себя просто кружочек. И процесс извлекания рассады с корневищем становится наименее безопасным, то есть вы не повредите. А также под все эти стаканчики большой поддон. Продаются эти стаканы в сером цвете. Мне лично, честно говоря, такая идея понравилась, многоразового использования. Да и стоит, в принципе, не так уж и дорого. Универсальный грунт для рассады. Пакет объемом 10 литров стоит 50 рублей. Состав этого грунта – торф, известь, мел и доломитовая мука, а также минеральные удобрения, которые состоят из азота, фосфора, калия, а также полный набор необходимых микроэлементов для хорошего развития корневой структуры.
Пластиковые игрушки-конструкторы теперь представлены не только в виде машинок, но и в виде животных. Стоит 199 рублей, в комплекте отвертка идет. И это игрушки в виде черепашки, жирафика, но больше всего мне понравился динозаврик. Он прям выглядит очень красиво. Большой завоз фломастеров. Набор из 30 фломастеров стоит 199 рублей. Отзывы уже не один раз вам показывала. Хорошие, смело можно брать. Набор из цветного плавающего пластилина. Каждый набор состоит из 6 брусочков. Бывают вот такие яркие наборы, а бывают более приглушенных тонов. И еще появились неоновые гели для декора. В каждом наборчике по 5 тюбиков и стоят они 77 рублей. Также есть и обычные гели без всяких светящихся эффектов, но с блестками. Еще несколько вариантов фигурных точилок за 55 рублей. Есть точилки в виде субмарин, а также вертолетов. Помните, в предыдущих обзорах показывала новые блокноты с холщовой обложкой за 99 рублей. И сейчас появилась в продаже еще несколько вариантов их оформления. Есть в бежевой расцветке, в более темной расцветке. И мне особенно понравились в серой с серебристым рисунком города. Смотрится очень интересно. Также имеется в каждой книжечке закладка лиссе, ну а разлинейка обычная в клеточку. Большой ассортимент новых гелей для душа от Синдо, который стоит 55 рублей. Основным элементом, компонентом и декоративным элементом тут выступают семена чиа, которые вы можете наблюдать в баночке. Изготовлены они как будто это гели-смузи фруктовые. Есть несколько вариантов. Есть с ананасом, с манго, с лаймом. Я уже такой гель успела опробовать, покупала с ананасом, но в принципе неплохо и интересно, кожу не сушит и обладает приятным ароматом. Конечно же, плюс за упаковку такую интересную, сразу на нее обращаешь внимание. И гели с фруктами, именно вот с малиной, с ягодами, выглядят действительно как будто это какой-то фруктовый смузи, либо кисель. И да, друзья, не забывайте, что сейчас на канале опять стартовал конкурс. Ссылочку на конкурсное видео я оставлю внизу в описании. Переходите, участвуйте, выполняйте все условия. Ну а призом будет выступать набор канцелярии, который я сама для вас подготовила. Мицеллярный гель для душа от фирмы Эковид стоит 55 рублей, обладает приятным нежным ароматом. На этикетке заявлено, что это аромат орхидеи, но мне кажется, это просто приятная нежная парфюмерная композиция. Должен тонизировать, увлажнять и питать кожу. Новое жидкое мыло за 55 рублей с экстрактом авокадо и чайного дерева. Вот такое зеленое. Я из этой серии покупала с ароматом цитрусов. Мне понравилось. Кожу не пересушивает и хорошо справляется с удалением загрязнений. Также быстренько покажу вам весь ассортимент игрушек. Возможно, вы что-то ищете, какие-то наборы, очень много куколок, наборы для чайных чаепитий, также прыгунки, змейки, медицинские наборы, железные дороги. Набор черных медицинских масок, каждый наборчик состоит из 10 штук, стоит 55 рублей. Средство для стирки белья Persil Duo Caps стоит 199 рублей и в каждом пакетике 12 капсул. Средство неплохое, единственное, что все-таки выходит дорого, если брать в сравнение обычный стиральный порошок. Новые трикотажные шапочки за 199 рублей, обычные, в принципе, ничего такого в них интересного нету, помимо декора в виде стразиков. Есть шапки в черном цвете и светло-бежевые.
Маленькие светильники в виде шариков, мишек, звездочек снова появились в продаже. Питаются от маленьких батареек, которые входят в комплект. Можно использовать просто в качестве декоративного элемента или же включать на ночь ребенку для тех деток, которые боятся спать в темноте. И опять большой завоз меховых накладок на руль за 199 рублей. Его вот в таком желтом ярко-канареечном цвете. Новинка, я считаю, спорная и не каждому нужна. Но для таких автоледи, которые любят гламур и боятся, что их ручки замерзнут, возможно, и стоит купить. Но, судя по комментариям, подходит не на все виды машин. Поэтому тщательно измеряйте диаметр своего руля, чтобы не ошибиться при покупке. Размораживатель замков с силиконом за 99 рублей в большом объеме. Отзывы по нему искала. Хороший, смело можно покупать. Это не новинка. Постоянно в зимнее время, в зимний период продается он в фикс-прайсе. Поэтому, если вам надо, можете брать. Можно использовать не только для размораживания замков автомобиля, но а также и любых замков в гаражах, в сараях, да вообще где угодно. Пробовала вот такие подушечки с какао, стоят они всего лишь 27 рублей, объем 130 грамм. Хорошие подушечки, в составе есть отруби и еще бывает несколько начинок. Я пробовала с какао, а еще бывает с ягодной. Неплохо, мне понравилось. Если это видео вам понравилось и было для вас полезным и интересным, подписывайтесь на канал, поддерживайте его пальчиком вверх. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание, до скорых встреч и пока-пока!